Всем привет! Нас сегодня занесло очень далеко. В другую сторону. Да, мы теперь уехали в другую сторону. Мы на 16-й станции Большого Фонтана. На пляже Золотой берег. Здесь мы не были ни в прошлом году, ни в этом, поэтому приехали на разведку. Порадует ли он нас? Сейчас увидим. А уже видно море. Море, море. Google с Яндексом нас облапошили или Одесса нас облапошила. Ой, ладно, давай не будем рассказывать, что мы опять добирались 3 часа. Ничего, ну а что? 215-ю ждали, блин, на пересечении Екатерининской. 223-й нет. Екатерининской с Успенской. Потом на Канатной ждали 223-ю, прямо у суда. Тоже они нашли. Потом доехали до трамвая, сели на 18-й трамвай. Жареную рыбку. И по Большой Фонтанной. Жареная рыбка. Вот это набережная, которую я смотрела видео в интернете. О, мне тут нравится, тут интересней. Тут горка, бассейн. Вон левики красивые впереди нас ждут. И левики. Левики, фонтанчик, вот горка. И пляжи вот такие тут можно арендовать. Бунгало, лежачки. И большой пляж, да? Так. Граждане Одессы, любимому городу. Красивый фонтанчик такой. Май 2011 года. А тут без лежаков, а у нас этого зонтика нет. Да он нужен. Ну, как бы, наверное, я да. Видела, мама, там можно купить. То же самое, вижу, я тут воду расплываю. Да, и я вижу. О, печаль, печаль. Соня, я тебе лапшу, знаешь, что делаю? Мастер-шефа, он здесь работает. Мы будем выходить, я тебе его покажу. Какой? А он вместе с Самвелом принимал участие в мастер-шефе. Он здесь работает, представляешь? Я ему сказала, он так засмущался. Говорит, ну да, было дело. Так вот эта лапша, вот эта лапша от мастер-шефа. Круто? Ага. Ты будешь ее кушать? Конечно. Конечно? Только сначала скупаюсь с папой. Или, может, с тобой. Хорошо. Кстати, а где папа? Хочу сказать, очень вкусная лапша. Тут и болгарский перчик, и стручковая фасоль, и курочка, и перец болгарский. Очень-очень вкусно. Класс. Мясо вкусное. А папа ест огромную шаурму. Шаурма вкусная, да? Приятного. Спасибо. Приехали на пляж Золотой берег. Думали, тут людей поменьше, а тут пипец. Тут, мне кажется, еще даже идти побольше. Я там в толпе Юля, Соня идут. А, вон они. Тут купаться у нас нельзя, мы ходим чуть дальше. Очень много воды растет. Очень не так. И людей все больше и больше. Соня, а теперь рассказывай, куда ты с мамой плаваешь? А с папой ты туда боишься плавать? А почему? А не знаю, мама не умеет плавать. А ты, значит, с мамой плывешь на Кукуева, да? Да. А с папой, значит, возле бережка по колено, да? Да. 5 месяцев. Ну все, значит, с папой ты теперь будешь плыть вот туда вот, где люди стоят, за них поплывем. Что? А хоть бы что, под мышку и все. Понятно? Я все уже увидел, Соня.
где вы плавали? Я такая довольна. Вы не поверите, почему. Ну, я то снимала, как Соня кушала лапшу, которую приготовил участник мастер-шефа. И мне удалось с ним сфотографироваться. Спасибо. Это Саша, участник мастер-шеф номер 6, 6 сезона. Вот. Такой хороший парень, он из Одессы. Кто там, Одесская область, город, я не помню, как называется. Вот, и тут он на пляже Золотой берег работает. Готовит вкусную-вкусную лапшу. И я с ним фотографировалась. Классно. Все, мы уже едем домой. Тебе понравилось? Да, хорошо. Тут как-то уютнее даже, мне больше понравилось. Все вкусно, вкусно, да. Классно. На пляже помыли ноги, все чисто, раздевалки целые, раздевалки чистые, прокладок нет, все хорошо, да. Закрывают. Ну, людей ну теперь. Да, людей тут намного больше. Я думал меньше, а тут оказывается больше в раза три. Почему за тут чисто? Хотя вчера именно одноклассница мне доказывала, что водители просто не успевают убирать. Это очень большой наплыв. Не, ну наплыв реально большой. Ну, тут людей я видел сегодня больше, да, чем водить. Вот ну, либо водитель... тут люди хорошие, либо тут коммунальщиков больше. Да. Тут я видел эти самые приспособления, которые ездят, я так понял, когда все уходят по песку. Пляж чистят, да. Песок чистят, да, да, а все эти бычки, все это тщательно выкидывают. Да. Там сетки стоят, я просто догадался послушать. Ну, людей очень много. То есть, практически, кто хочет пройти, очень идти надо по голову. Mm-hmm. Места нет где. Особенно вот когда там после 4 до 7. Ну, и сразу. Уже распадает, и люди выходят на пляж. Да? Ну, в руках там. Что, тебе понравилось? Uh-huh. От водорослей никуда не уйдешь. Да, нет. Водоросли сейчас везде на пульсе. Ну, нашли мы, конечно, место там, где их было поменьше. Поменьше. Ну, это август. Хотя это шторм, август шторма не было, но мне кажется, это из-за жары сильно. Море теплое. Да, поприбивало это водоросли. И тут нет ступенек. Сейчас мы, конечно, ой, в горку немножко поднимаемся, но тут нет ступенек. Это радует. Угу. Сейчас нас ждет долгая дорожка. По большой фонтанной. Да, на трамвайчике будем кататься. А что мы будем вечером делать? А у нас хватит сил? Не знаю. Тоже хватит. И нам еще надо вещи собирать. Там машина едет. Ну что, мы уезжаем. Вон наши вещи стоят. Спасибо, Одесса, за гостеприимство. Нам все, в принципе, понравилось, за исключением некоторых моментов. Но правильно Юля говорит, что очень много отдыхающих, большой, огромный наплыв. И просто коммунальщики не успевают убирать за туристами-свиньями. А вот реально туристов
хороших очень мало. Вот. Потом еще, говорит, после сезона, еще полгода убирается Одесса, приводится в порядок. Вот. А так Одесса красивый город. Золотой берег, все чики-пики. Да, Золотой берег. Там убирается в течение ночи. Может быть, да, может быть даже... Может быть, в следующий раз, когда будем ехать, где-нибудь там, в том районе снимем. Это Киевский район. Вот. Там, может быть, снимем жилье. Все, направляемся в Макдональдс, купим вкусняшек и на поезд. Сон, забираем? Да. Где чужой? Красивый котик. Ну что, загораем в поезде уже. Покушали. Мы, кстати, покупали вкусные вот эти вот заварные пирожные. Купили гамбургеры в Макдональдсе. И я покупала еще сыр и колбасу нарезанную. Сделали бутерброды, огурцы, помидоры, перчик. Вот. На станции выходили фиксика, выгуливали. Купили еще морожка, покушали морожка. Чуть-чуть попозже будем чай пить. Да? И что? Ты снимаешь? Да. Но подмышка не болит. Бывает. Леша слушает музыку. Так всегда. А Соня? Соня? И Соня слушает музыку. Все слушают музыку. Помаши ручкой, помаши. Она не слышит. Понятно. Что? Помаши ручкой, говорю. На отдыхе повторяли таблицу умножения. Выучили до пятерки. 6, 7, 8, 9 осталось. Самые сложные. У меня так вот эта заложенность не проходит. Хочу дома попробовать антигистамин попить, противоаллергическое. А если будет помогать и будет становиться легче, значит, я себя могу поздравить с аллергией. Августовской. Ну, вот как-то так. Трррк. Трррк. Кто здесь? Я. Ты здесь? Да. Понятно. У нас тут, Соня, тут лучше? Да. Понял, а что я попал сюда, верхушку. Фикси, скажи всем доброе утро. Я приехал домой. Всем привет, мы уже в Константинополе. Сейчас будем выходить. Ночь прошла отлично, было в поезде прохладно. Ничего не тарахтело, не скрипело, как... Мы ехали туда. Все хорошо. Все, да? Да. Выходим. Да. Ура! Соня. Ага. Welcome. Родина. А мы уже дома. У меня плохо видно. А мы уже дома. Да? Мы уже поспали, проснулись. Ну что, поезд приехал 5:30, вставали мы в 5 утра, даже 4:30, да, тут проводник уже начал ходить, будить. Вот, покушали, и сейчас надо сходить в магазин, скупить продукты, чтобы приготовить еду на вечер. Соня, покажись сюда. Почему у Сони ватный диск во рту? Отгадайте. Почему? Почему, Соня? У Сони выпал еще один зуб.
что-то они зачастили у нее. И главное, выпал клык. Странно, да? Клыки меняются позже. Не знаю, что так рано он выпал. Покажи. Может быть, потому что там не хватает места в зубном ряду для него. В смысле, для двойки там мало места у нее, поэтому клык пошел гулять. Вот наш зубик. Что? Клычок. А для меня пойдет. Быстро он у тебя за неделю расшатался и выпал, да? Честно? Угу.